Если резкая смена погоды вводит каждое утро в ступор, что надеть? Лучше не ломать голову, а собирать лук по цвету. И что особенно актуально в сезоне, в одном оттенке. После того, как стилисты много лет не жаловали эту идею и превозносили намеренно небрежные, как будто случайные комплекты, мы все соскучились по монохрому. На первых порах можно прибегнуть к помощи уже готовых костюмов. Но когда войдете во вкус, начните собирать комплекты посложнее. Высший пилотаж, когда все вещи в одной палитре, но разной фактуры. Еще одна идея – базовые платья в комплекте с цветными колготками или туфлями в тон. Офисные будни, вечерний выход – монохром впишется в обе эти концепции, и у непогоды не будет шансов лишить нас стильности.